вечір. Наш ефір продовжує програма «Гаряча лінія». Сьогодні гості студії Наталя Данилюк, співзасновник зоозахисної громадської організації «Фенікс», і Олена Жигалкіна, сімейний та дитячий психолог, психотерапевт. Доброго вечора, дівчата. Ми раді вітати вас в нашій студії. Ну, враховуючи те, що прозвучало слово «зоозахисної», то, звісно, розмовляти ми будемо саме про тварин. Наталя, ну, перше запитання до вас. Собаки, яких сьогодні доволі багато на вулицях. Наскільки для Миколаєва ця проблема залишається актуальною, адже дуже багато в засобах масової інформації, в соціальних мережах триває обговорення, тривають якісь навіть суперечки. Власне, яка ситуація сьогодні, наскільки вона актуальна? На сьогоднішній день, як, наверное, год назад і півтора года назад, собаки как были на улицах города, так и они остаются. Мало того, с каждым, даже не годом, а с каждым месяцем, с каждой неделей их количество становится все больше и больше. И здесь многие вот обвиняют зоозащитников, собаки появляются на улицах города, потому что вы их кормите, допустим. Там есть такая версия. Потому вы что... же их и оплодотворяете. Да, ну, видимо, да. Другие говорят, что нет, это потому что исключительно там люди выбрасывают. Это мнение зоозащитников. Но проблема как таковая, вообще количество животных и наличие животных на улицах города, это комплексная проблема, которая точно так же требует комплексного ее решения. И... А как же получилось так, что вот такое количество животных? Ну, я понимаю, с одной стороны, те, кто должен, я не знаю, отслеживать все эти процессы, там в свое время где-то произошел сбой. Почему он произошел? Всю жизнь контролировалось, каким образом данная проблема. Был отстрел, был отлов, было абсолютно негуманное, да, решение этой проблемы. И в какой-то момент люди добились того, чтобы отстрел, вот это вот нещадное истребление животных на улицах города, иногда это происходило и на глазах у детей, и утром, когда люди шли на работу, и вечером, когда просто прогуливались по улицам, это было остановлено. Но каждый человек понимает, что, ну, если есть действие, то должно быть противодействие. Если остановили отстрел, то должно было замениться чем-то при том существенным, для того, чтобы поголовье животных на улицах не увеличивалось. Вот этот вот момент был упущен. Мы же говорим еще и о гуманности процесса. Обязательно. Конечно, конечно, это само собой как бы разумеющийся вопрос. И на сегодняшний день в Миколаеве работает программа «Отлов, стерилизация, выпуск». Да, это гуманно, да, это в какой-то степени правильно, но только если это работает в комплексе. Комплексе с чем? Вот существует в Миколаеве коммунальное предприятие «Центр защиты животных», на которое возложена как раз задача регулирования количества бездомных животных на улице города каким гуманными образом методами. Каким образом это делается? И что, если мы говорим о гуманности, какая она в этом случае? Вот если мы говорим о контроле популяции? То, что у нас на сегодняшний день происходит в городе, это отлавливаются животные, они стерилизуются, выпускаются обратно. Часть животных все-таки пристраивается, это хорошо, это правильно, но нету дальнейшего развития, нету комплекса. Был подсчет год назад в Николаеве больше 7500 собак. Сейчас, наверное, за год, конечно, это количество прибавилось, это, наверное, в районе 9-10 тысяч, ну, насколько я понимаю. И для того, чтобы программа ОСВ работала, должно одновременно быть простерилизовано 60-70% существующего поголовья. То есть это вот буквально за месяц надо сделать, для того, чтобы не было постоянного прироста. То есть вообще конвейер какой-то должен быть? Это должен быть действительно конвейер. Учитывая такое количество животных. Но есть же другие способы контроля. То есть как бы не было это тяжело говорить, да, и воспринимать, при таком количестве животных отдельно ОСВ просто не работает. Но это нереально, просто-напросто. Все это прекрасно понимают. Но вот я как зоозащитник, да, мне где-то тяжело принять, тяжело осознать то, что, ну, от усыпления никак невозможно уйти. И собаки, которые агрессивные, которые действительно представляют опасность для людей и обитают на улицах города, они должны быть изъяты с улиц и не возвращены обратно. Собаки, которые больные, которые еще инфекционно больные, они точно так же не должны возвращаться на улицы после стерилизации. Зачем? Они будут
заражать других собак, других животных, притом и домашних животных в том числе. Но на сегодняшний день бюджет города и бюджет страны, и вообще как бы доходы граждан не позволят всех забрать, лечить, содержать там пожизненно и так далее. То есть мы должны решать проблему, исходя из того, что мы имеем, какую материальную базу, какую физическую базу мы имеем на сегодняшний день. Поэтому все должно работать в комплексе. И работа с заводчиками, и с людьми, у которых есть домашние животные дома. Должны быть правила содержания. Они на сегодняшний день в городе есть, но они устаревшие, и по какой-то непонятной для меня причине до сих пор не внесены изменения и не проведена в этом направлении работа. Должна быть программа, заверенная исполкомом, да, мэром. Не просто то, что я хочу, то, что вы хотите, то, что говорят зоозащитники, или то, что говорят люди, которые не хотят, чтобы животные были на улицах. Радует только одно, то, что и зоозащитники, и те, которые не любят животных, сходятся в одном мнении, животных на улице быть не должно. Это, наверное, правильно. Методы разные, конечно. Ну, хорошо, если мы отталкиваемся от наших сегодняшних реалий. По сути, какие бы программы не были приняты в городе, они как бы не работают, учитывая, что вот вы говорили о том, что там 60-70% одновременно должны быть стерилизованы. Это невозможно. Если взять только ОСМ. Это в идеале. Да, это в идеале. Но это невозможно. Тем не менее, вот что-то можно ли на данный момент сделать? Могут ли люди каким-то образом поспособствовать, повлиять? Да, в принципе, вот что делать, да, если я не могу... Вот у меня тоже собака, я тоже люблю животных, но я понимаю, что, да, такое количество животных на улице, собак, агрессивных собак, ну, это ненормально. Конечно, это ненормально. Что делать? Это прекрасно понимают все, в том числе и зоозащитники, когда ты спасаешь собак, которых порвали другие собаки. Ну, это неправильно. Мы понимаем, да, что это природа, конечно, там, в дикой природе одна популяция истребляет другую, одна популяция питается другой, там захватываются территории, охраняются территории и так далее. У собак то же самое, у кошек то же самое, в принципе. Но кошки как-то они вот кошки не нападают на людей, вот да, они себе там бродят. Ну вот собаки, конечно, это проблема серьезная. Надо в первую очередь уделить внимание работе с людьми, не с собаками. Собаки — это последствия. Хорошо, работа с людьми, какое она должна быть? Что делать? Должна быть обязательная стерилизация животных, которые не представляют племенную ценность. Потому что вот эти вот полукровки, они действительно, вот если мы выйдем на улицу, то мы увидим практически в каждой собаке черты какой-то породы. Там где-то питбуль ты пробежал, где-то там где-то кто-то где-то ночевал и так далее. Мы же прекрасно понимаем, что ну, не бегают у нас стада там, или стаи овчарок по улицам, да, там, или курцхаров, или такс. То есть кто-то где-то выпустил на самовыгул. Собачка погуляла, куда щеночков? Туда же, на улицу или там бабушки на рынок, а она, может, часть пристроила, сказав, что это племенная такса, люди увидели, что никакая это не такса, зачем нам такая дворняжка, выбросили на улицу. Все-таки должна быть учет и регистрация животных домашних, для того, чтобы можно было элементарно найти хозяина животное, если оно потерялось, или наказать, если он его выбросил. Должны быть введены штрафы. Но, с другой стороны, тут же люди будут говорить, почему я должен там платить за свою собаку, если она где-то что-то сделала, нашкодила, или ее регистрировать, или какие-то деньги вкладывать. Почему когда на улице такое большое количество, и вот почему я там должен убирать за своей собачкой, если она там сделала свои дела на газоне, когда большое количество бездомных собак делают то же самое. Но все-таки, если человек взял себе животное, он несет за него ответственность. Абсолютно верно. Как по мне, это полную. И ответственность должна быть полная, и пока эта ответственность не будет пить по карману, ответственность не будет как бы реальной, скажем так. Просто, да, я отвечаю за свою собаку, этого мало. Ну хорошо, вот если мы говорим о наказании, если вы помните, в социальных сетях, опять-таки, в средствах массовой информации достаточно громко прошла эта история о том, как коммунальное предприятие изымало животных у живодера. Понесет ли он какую-то ответственность за то, что он делал, учитывая наши реалии? Или ну, ему там пальцем погрозят, сказать, ну что ж это очень так? Хотелось бы верить в то, что он понесет все-таки ответственность. Но исходя из того, что мы видим, его для начала надо найти. Потому что, насколько я знаю, на сегодняшний день он просто скрылся в неизвестном направлении. Для начала человека надо найти, потом доказать его вину, что
тоже как бы не совсем просто сделать, потому что должны быть определенные доказательства, видеофиксация, фотофиксация, с придержанием определенных правил, которые прописаны в законодательстве. Ну, то есть, если мы говорим об издевательствах над людьми, то там доказать проще. Издевательства над животными, то есть животные настолько никому не интересны, что у нас такое несовершенство. Несовершенное законодательство. Вот и все. Человек может пожаловаться, животное не может пожаловаться. Человек может рассказать, там, как все было, больно ему было, не больно, и что он испытал, а животное не может это сделать. Вы знаете, ну, я в силу того, что я тоже собачник, у меня собака, я общаюсь с другими людьми, которые содержат дома животных. Вот говорят, там часто становятся свидетелями того, что хозяин какой-то своей собаки, которая, ну вот принято называть бойцовской породой, в принципе, это, ну, насколько я знаю, породы такой не существует. Вот, там натравливает своего пса на других, там, более мелких каких-то. Это вот. Так, в этом случае можно ли привлечь человека к ответственности? Или в этом плане у нас точно так же несовершенство? Нужно, в любом случае нужно. Если, пока, вернее, мы не будем показывать несовершенность вот этой системы, пока мы не будем показывать бездействие правоохранительных органов, то ВОЗ будет ныне там. Это все равно, что каждый раз ходить, переступать через яму в дороге и там соседке максимум говорить, а какая плохая власть, почему яма на месте. Есть, наверное, нормы права, а потом есть нормы какие-то морали. В общем, натравливает на других собак. Это же жестокость такая. В общем, и когда натравливает, если будет какое-то общественное порицание этому, да, если мы начнем воспитывать детях, слушай, видишь, дядя так делает. В общем, по сути, он поступает жестоко. Он совершает такое насилие через животного на другое, на более слабого. Он же не натравливает на какую-то большого такого синбернара, правильно, собаку. И тогда таким образом, вот если каждый говорит, слушай, товарищ, ты делаешь неправильно. Если ему 10 раз скажут, что ты делаешь неправильно, одной его собаке, думаю, что он не разорвется, он не будет говорить. Одному он скажет, ну хорошо, иди своя дорога, второму он скажет, на десятом он уже начнет запнется и уйдет. Дай ему, если он при этом еще и пару раз штрафы заплатит, а потом будет изъятие животного, то вообще будет замечательно. В принципе, если говорить об агрессии как бездомных животных, так и домашних животных, от чего зависит вот это агрессивное состояние? Ведь если мы говорим, допустим, о том же отлове животного на улице, да, там простерилизовали, отпустили, от агрессии-то это не спасает? Конечно, нет. Все равно они как-то сбиваются в стае, все равно какие-то инстинкты срабатывают у них, наверное. Я просто не знаю, я не видела. По статистике, да, именно, собака, которая была простерилизована, по идее, у нее должен пропадать инстинкт спаривания, да, и если нет вот этого инстинкта спаривания, продолжения рода, то, по идее, распадаются стаи. Но если эти собаки были изначально в стае, то, скорее всего, они и так и будут оставаться. Да, они становятся там в какой-то степени менее подвижными. Где-то, наверное, более добрыми. Но это тоже спорный вопрос. Одно животное ведет себя так, а другое иначе. Вот, поэтому, конечно же, от агрессии стерилизация, ну, это вообще не панацея. И это не повод говорить, что собаку простерилизовали, теперь она стала добрая. Поэтому нет, с каждым животным, которое отловлено, и перед тем, как его стерилизовать, должен работать кинолог. Должен смотреть, должен тестировать. Что он должен узнать? Насколько собака социализирована, насколько она ориентирована на человека, безопасно ли ее возвращать обратно в среду обитания. И, наверное, вообще вот к отлову животных на любой территории города надо подходить, ну, наверное, как бы с научной точки зрения. То есть перед тем, как выезжает бригада на отлов, надо изучить данную стаю или данных собак, возможно, поговорить с волонтерами или с людьми, которые там живут рядом и которые и смогут... И такие подкармливают. Кто-то подкармливает, кто-то говорит наоборот, что они кидаются. То есть перед тем, как выезжает бригада ловцов, должен выехать представитель коммунального предприятия, ну, скажем так, условно, инспектор, и проанализировать, насколько
удобно отловить эту стаю там, или определенное количество там, собак, которые обитают на данной территории. А они, как правило, что живут это? На определенной территории, они конечно. Не выходят за пределы, они точно вот делят ее. Но есть стаи кочевые, это те стаи, которые не могут как бы захватить какой-то кусок, либо которые привыкли к кочевому образу жизни, вот, либо которые пришли с окраин города, где они не могут там, получить кормовую базу. Вот. И иногда такие стаи где-то могут осесть, но чаще всего мы видим миграцию вообще их по городу. А по какому принципу они сбиваются в стаи? Там, я не знаю, по возрасту, по размерам? Маш, это такой вопрос, ну, как бы по-разному бывает. Есть, иногда там встречается несколько выводков щенков, которые там не были никуда пристроены, забраны, они вырастают, и, то есть это как определенная стая, определенная семья. Есть иногда крупные собаки, там, которые там 3-4 штуки, которые разрывают все подряд, то, что движется, не движется, и вдруг они принимают там одну-две маленькие какие-то покалеченных собачек. То есть это какая-то психология внутренняя у животных, по какому признаку это происходит, как они принимают кого-то. В стае всегда должен быть, и он всегда есть, вожак. Вожак. Вот. Чаще всего это самый там, крупный пес или самка собаки, но иногда мы видим, что это бывает и какая-нибудь мелкая, но самая наглая собака, вот которая захватила власть. Вот у нас на студии было 3 собаки, и самый хитрый, самый наглый и вообще вожак, вот он самый мелкий, рыжик, но он такой... Боевой пес. Не, он классный. Я не к тому, что его нужно отловить. Но стая в любом случае подражает, и она реагирует на команды вожака. То есть если... Пока рыжик не поест, те стоят. Поел рыжик, он отходит, тогда те подходят. При том, что все остальные собаки, вот они как бы крупнее рыжика. И если этот рыжик будет нападать на людей, то вся стая будет нападать. Если этот рыжик будет ластиться к людям, то вся стая, почувствовав, что не представляют люди опасности, будет вести себя точно так же. Уже как у людей. Ну, вообще, этот рыжик дает надежду этим людям, которые мелкие, да, как-то может быть, но зато вот какие удалые, да. Собственно, вот вопрос к психологу. Лена, Я понимаю, с одной стороны, да, сложно побороть как-то свой страх, проходя мимо стаи, и если ты думаешь о том, что, наверное, она как-то будет проявлять агрессию. Но, тем не менее, можно ли как-то справиться с этим стрессом? И, вот, допустим, как детям поступать в таком случае? Я думаю, что какие-то пути решения есть. Я думаю, что она не по щелчку делается, а как-то методично, в общем, из дня в день как-то это все прорабатывать. Сначала нужно осознать, все, боюсь собак, значит, что мне делать? Не нужно. Так, либо я обращаюсь к специалисту, либо я это делаю самостоятельно. Могу начитаться от чего? Ну, интернета, да? Очень популярно сказано, ну, есть такой факт, это реальный факт, что страх, в принципе, борется только со встречей страха. Это вот самый такой оптимальный вариант. Но как дойти, это же легко сказать, а сделать на самом-то деле. Ну да. Для того, чтобы тебе не бояться, тебе нужно обнять, поцеловать большого, там, не знаю, питбуля, стаффа, массива, да, такого массивного. Ну, все это делается немножко такими маленькими шажками. Если, конечно, человек такой рисковый, все. Не хочу, чтобы завтра у меня этого страха было. Можно, конечно, пойти и, в принципе... И сейчас мы говорим не только о страхе перед собаками, правильно? Да. А в целом? Да. Ну, а если все-таки он понимает, человек все, ну, понимает, что за раз, за два, за неделю ему это не сделать, ну, хотя бы начать, если вообще такой сильный-сильный большой страх, можно купить какую-то красивую книгу. Там, где эти собаки, в общем, разного рода, от маленьких до больших. Ну, это же тоже, начинай их изучать. Там, на улице, как мы их изучаем? Только посмотрели, увидели клыки, обернулись, им на маршрутку сели и уехали, да? В общем, а здесь можно просматривать. Сначала изучить их, да? Потом можно... Если вообще сильно интересно, покопаться все-таки в психологии собак, что любят, какие повадки, все-таки есть характеры каждой породы, соответственно, ну и будем какую-то тенденцию вводить бродячих собак, да, ну вот что любят, что не любят, какие особенности поведения, а потом начинать, может быть, издалека так смотреть,
на собак. Вот есть такая большая стая. Посмотреть. Ага, вот это, вот эту собачку я знаю, вот это ведет себя так, а вот это никого не трогает, лежит. А вот это, когда ей даешь там хлебушек, она начинает вилять хвостиком, да? Ну, в общем, какие-то такие, говорю, элементарные вещи, но, в принципе, они работают. А потом начинать, вот я знаю, скорее всего, будут выставки собак, да, у нас. Можно ходить и смотреть. Но там же собаки уже какие? Обученные, да, на поводке. В общем, можно так посмотреть издалека. Если сильно страшно заходить, ну, вообще, на это мероприятие, то можно издалека посмотреть, как виляет хвостиком, а потом начать поближе. Если хозяин собаки, владелец, позволяет, там, не знаю, погладить, спросить, какими, какая порода, это уже достижение. Есть какие-то вот особенности по каждой породе, да, есть? Или вот собаки в целом, можно говорить, об общих характеристиках каких-то? Нет, они, конечно, есть. То есть какая-то порода больше ориентирована на человека, какая-то больше подходит нам для того, чтобы завести. Собственно, вот оно и деление, есть... служебное собаководство, собака-компаньон и так далее. Конечно, собака-охотник и так далее, тому подобное. Там собаки, вот как бойцовые собаки, да, они же, ну, да, там, их можно выводить на ринг, как многие этим, собственно говоря, и занимаются, но это крайне неприятно, это негуманно, это нечеловечно, это вообще неправильно. Вот. Но данная порода, она рассчитана на защиту и на охрану, она не является стайной породой. Она ориентирована на человека. И почему у нее так четко выявлены бойцовые качества? Потому что она готова истребить и убить каждое животное, которое подходит к ее хозяину. Это инстинкт, это то, что заложено генетически. Вот. Точно так же она поступает, собственно говоря, и с человеком, который вдруг проникает на ее территорию, потому что она защищает своего хозяина, она защищает семью, в которой она находится. Но все, это... мне кажется, очень много зависит именно от воспитания. Да. И при том воспитание не собаки, а воспитание людей, потому что каждый толковый кинолог скажет, что я работаю не с собакой, я работаю с хозяином. Я обучаю хозяина, как обучить и как вести себя со своей собакой. Лена, вот снова к вам вопрос. Если семья с ребенком, например, вот решили завести собаку, по каким критериям лучше подбирать это животное? И... как ребенка правильно воспитать, чтобы было адекватное отношение к животным? Потому что я, допустим, вот я про своего ребенка буквально минуту. У нас стало пропадать молоко дома. Мы не могли понять с папой, куда оно девается, потому что кроме отца молоко никто не пьет. Мы к ребенку: Влад, ты брал? Он: нет. Влад, ну, как бы ругаться никто не будет. Потом оказалось, что он голову опустил и говорит: ну, там котята родились, я им таскал. Ну, то есть я знаю, что мой ребенок на улице животное не обидит. И дома у нас полно всякой живности, и хомячки, и улиточки, и свинка, и собачка, и рыбки. Все-все-все, он за этим всем ходит, смотрит. Я знаю, что мой ребенок не обидит животное на улице. Ну да. А вот как очень часто мы попадаем в такие, вернее, наблюдаем такие ситуации, да, когда завели животное, вот мне не нравится, оно там кричит, оно пищит, гавкает, мяукает, и все, иди на улицу. Как сделать так, чтобы не было таких случаев? Ну да, наверное, сейчас такой пример, когда человек очень такой размеренный, спокойный, который все любит, чтобы все было по порядку, медленная речь, ему нужно подумать, и тут ему вдруг сказали, что смотри, какая собачонка красивая, Джек Рассел, да? Ну, я более чем уверена, что... Так он прыгучий. Дай бог, чтобы он побыл с ним 3 дня. Ну, в общем, дай бог. То есть темперамент тоже... Это в первую очередь, да. Понять, по темпераменту. Есть же разные собаки. Вот для этого, наверное, и нужно изучать породу, характер, особенности вообще поведения, что любят. Второй момент, мне кажется, вообще нужно понимать, для чего тебе эта собака. Ну, если берем собак, да, не хомячков, не котов, да, если берем, ну, понимаем, что собака. Хочу собаку. Какую? С какой целью, да? Не знаю, хочу друга, хочу там заменить любовь свою ушедшую. Или там хочу... И назвать его именем. В общем... Или наоборот, хочу расширить свою семью, хочу поделиться любовью, хочу поделиться радостью, да, с этой собакой. Я в состоянии, что я ресурсен, я могу поделиться, мне есть чего дать, чему научить эту собаку, да, ради удовольствия, там, ради выставок, ради бизнеса, ну, у всех же разные мотивы, правильно? В общем, сначала вот это, а потом уже, собственно, какую собаку я хочу.
по темпераменту. Вот как-то вот так. И материальный вопрос обязательно. То есть да. Собака говорить... как бы с одной стороны казалось бы, да, чудно там, ну, там, мяско какое-нибудь, а в результате витаминки, уход, ветеринарное обслуживание, кинолог, выгул в любую погоду. То есть, если вы не хотите... Если вы не готовы в дождь. Если вы не гулять... готовы, то, может быть, стоит завести маленького йорка или какую-нибудь чихуашку и приучить ее в том числе ходить на какой-нибудь там лоточек, горшочек дома. Как так бы. Делают? Конечно. Ви, девчата, на жаль, наш час вичерпано. Щось так у нас 26 хвилин. Дуже швидко минуло. У мене ще багато запитань, але, ну, можливо, це буде такий привід для того, щоб зустрітися в цій студії ще раз. Я дякую за те, що завітали, дякую за відповіді, цікаву розповідь і на все добре вам. Добре.